Коренам оно приравнивается к 100 тысячам святых имен. Такова могущество Экадаши. Поэтому необходимо воспевать святые имена, такие как Харибол, Харибол. बाबा हरे कृष्ण। हाँ देखो हमें आज के बांग्ला बोलो, की भाषा ही बोलो, बांग्ला हिंदी 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 इंग्लिश। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। बोल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सब हाथ मिले बोलो, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हर एक बार सबाई जोर करे बोलो, под руководством Шри Гуру и Вайшнава мы совершаем Шивраджа Мандала Парикраму, и мы пришли в место Чандра Саровара. Это Чандра Саровара, подобно сиянию полной луны. Здесь совершался танец раса. Так почему же это место называется Чандра Саровара? Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами Мангала Чарани говорит, когда Шрила Кришна Бхагаван являет танец раса, он описывает важность танца раса, насколько это важная лила. Когда полная луна проливает свой мягкий свет, тогда вся его лила наполняется. Особой красотой, когда Говинда заиграл на флейте,
আর যে সুন্দর সুন্দর সেখানে পদ্ম পুষ্প ফুটে আছে তখন তার লহরী দ্বারা তিনি গোবিন্দর চরণে তিনি тогда даже воды океана замирают и перестают двигаться. И молитва в Раджа-гопи преданных, они предлагают лотосным стопам на берегу, этой саровары у подножия Шигири Радж-говардхана. И Гирирадж Говардхан поливает различными подношениями, такими как молоко, йогурт. Итак, слыша молитву в Раджа-гопи, сердце Кришны растаяло, а слышав игру флейты Шри Кришны, даже камни начинают плавиться. Итак, здесь Чандра застыл в изумлении, наблюдая танец раса. Итак, одну ночь находился Чандра, полноценная луна, в одном месте и лицезрел этот прекрасный танец раса и сияние, которое исходило от луны, осияло своим светом все вокруг и являл всю красоту, подчеркивал всю красоту этого танца раса. Итак, здесь, когда Говиндаджи являет танец раса в сезон весны, это называется Васанта раса. Также есть еще одна разновидность танца раса, Шарадия танец раса, где принимают все гопи, все муни и риши, которые возносили молитву Шри Кришне, также в облике гопи теперь принимают в этом танце раса. Шри Чайтанья Чаритамрите в Рай Рамананда Самвате описывается, где Махапрабху задает вопросы Шри Рай Рамананде о Вайрнашрамадхарме. Он говорил, Рай Рамананда рассказывал ему во всей полноте про Гьяна Мишрабхакти, Карма Мишрабхакти, про Рагануга Бхакти, Дасе, Вацале, Мадхури. И все время Махапрабху говорил, о, я хочу слышать нечто большее. И так, когда Рай Рамананда стал прославлять прему в Раджа-гопи, это очень возвышенное учение, очень возвышенный диалог, который состоялся между ними. И там он говорит, что Кришна Катха подобно потокам Ганги исходит из своих лотосных уст, говорит Шри Чайтанья Махапрабху, поэтому очень доволен слышать все эти возвышенные вещи от тебя. Это писал самый возвышенный объект, цель духовной жизни. И это наша цель, которую мы желаем обрести, Кришна Према. Итак, Кришна говорит Арджуне, насколько преданный предается мне, настолько я и являю ему. Когда Шукадев Госвами описывал гопи прему и танец раса в Раджа-гопи, он сказал гопи, я не могу отплатить в Раджа-гопи за вашу любовь ко мне. Такое возвышенное положение занимает в Раджа-гопи своей премой к Шри Кришне. Кришна говорит, я не могу отплатить вам за вашу любовь. Мог бы ты рассказать поподробнее про прему в Раджа-гопи, спрашивает Шри Чайтанья Махапрабху, и тогда Рай Рамананда отвечает ему.
Ту Прему, которую испытывают гопи, гопи Прему. Если ты слышишь все эти сказания, ты сможешь обрести эту милость. И обретая благую удачу, можно обрести Рада Прему. И так Рай Рамананда стал прославлять Рада Прему. Махапрабху необычная милость. И сам он задает вопросы и желает познать настроение Шримати Радики. Кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? Это та личность, которая сам Верховная Личность Бога Шри Кришна, который взял цвет тела и настроение ее сердца, снизошел в этот мир, чтобы проповедовать это послание возвышенной любви всем живым существам. И он пришел вкушать настроение любви Шримати Радхарани, всю ее любовь. Во всей вселенной самое поклоняемое божество Шри Кришна. Но сам Шри Кришна поклоняется самой Шримати Радхике. И где же найти самого Господа Шри Кришну? Он находится во Враджа, но где сыскать его во Враджа Вриндаване? Он находится в Кунже, Шримати Радхарани, на Сева Кунже. Там он массирует ее лотосные стопы. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху — это божественная чита Рада и Кришна. Две души в одном теле. Итак, это место Расастхали, где божественная чита Рада и Кришна являет танец раса. Здесь очень много гопи, и Кришна любит каждую гопи, но среди всех Враджа гопи Кришна больше всего любит Шримати Радику. И вот это место Расастхали, где проходил танец расы. И Шримати Радика так дорога и близка Говинде, что когда она покинула танец расы, Говинда также покинул танец расы вслед за ней. Шримад Бхагаватам имя Шримати Радики не говорится прямым образом. Но тем не менее, все, весь Бхагаватам построен на ее славе. সব গোপীরা সেখানে আছে কিন্তু থাকা সত্ত্বেও শ্যাম সুন্দর তাকে মাছ কানতে তিনি কোলে উঠিয়ে নিয়ে Итак, когда Кришна окружен Враджа Гопи, другие гопи вытягивают Шри Кришну и тянут его к лотосным стопам Шримати Радики. И когда Шримати Радика сидела на коленях Шри Кришны,
Они потеряли. Так они усадили Радику к нему на колени. И вот Кришна жаждет, горько плача в разлуке по Радике. «О, Рада, пожалуйста, пролей милость на меня. Дай мне возможность служить тебе». Также он описывает танец расы. В этих стихах он говорит, тот, кто принимает прибежище у йога Майи Деви, обретает прибежище у Расешвари Шримати Радарани. Тот, кто принимает прибежище у лотосных стоп, могут войти в танец расы. И Шукадев Госвами, он описывает все эти игры Кришны, его трансцендентные деяния. Итак, Бхагаван являет танец раса, ради чего, ради блага всех живых существ, чтобы даровать им высшее совершенство жизни. Итак, когда Кришна заиграл на флейте, гопи тогда были замужем. Их было миллиарды гопи. И так одна девушка горько плакала и не останавливалась. Совсем не останавливались ее слезы, она не могла никак успокоиться. И тогда ее муж сказал, «О, чего ты горько плачешь?» Эта жена служила ему особым образом. Вкусно готовила для него. Невнятный перевод. কিন্তু গোবিন্দ তিনি কত গোবিন্দের তিনি রাসলীলা করছেন সত্য কোটি দ্বারকাতে 16108 এইখানে সুখদেব গোস্বামী মানে সাবধান করে দিচ্ছেন বলে সাবধান রাসলীলা যে করছে না দেখবে দুই তিনটা বেশি যদি স্ত্রী ভোগ করতে ভি হয়ে যায় Невнятный перевод. Я не могла понять историю, о чем говорится. Два места. В одном месте плакали, в другом плакали. Непонятно. Извините. Когда Бхагаван являет танец раса, समस्त रात्रि ब्रह्म रात्रि एवं जे बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत बसंत समस्त ऋतु से सीजन весны танец басанта танец раса Тогда Кришна раздает благословление всем гопи, которые совершали катьяни-врату.
и дал им возможность присоединиться к танцу раса. Когда Кришна заиграл на флейте, что произошло? Это описывается в Шримад-Бхагаватам. Ваши сердца. Итак, Кришна вкушает любовь Раджа Гопи. И он приходит в их дома, ворует масло в их домах, только для того, чтобы вкусить их любовь. Итак, слушая звук флейты, который исходил из лотосных уст Шри Кришны, в Раджа Гопи обезумели и прибежали в это место. Своей мелодией он притянул их сердца. Так, в эти игры можно войти по милости Йога Майя Деви. Она позволяет Гопи войти в этот танец раса. И вот Чандра Саровара лицезрел весь этот танец раса. Итак, когда мы возносим эту молитву Шримати Радике, мы молимся. Видя полную луну, Кришна медитировал на Шримати Радика, и сияние луны стимулировало желание его сердца все больше и больше. Когда муж находится за пределами дома, и он возвращается домой, всем своим сердцем, заходя домой, он обнимает свою жену. Подобным образом, сияние полной луны взращивало жадность в сердце Шри Кришны. Итак, она подчеркивала, луна своим сиянием, всю красоту лиц в Раджа Гопи, которые являются женами других мужей. И также, когда Кришна ворует масло, он говорит маме Шаде: «Мама, я не воровал это масло». И Прабхудананда Сарасвати подпишет свой комментарий.